22 января 2019 года. Я снова с вами на ваших экранах. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. И в этом году, в 2019, я хочу опираться на финансовые новости, короткие новости из банковской сферы. И буду вас знакомить с этими короткими новостями. Итак, тетя Эля против Сбербанка. Чья система переводов длиннее? Об этом говорят адские бабки. Центральный банк победно трубит о запуске своего проекта системы быстрых платежных ЦБП. Для тех, кто не знает, это сервис, который в теории позволит совершать денежные переводы между клиентами разных банков в социальной сети или адресу электронной почты. Оператором ЦБП Центробанк объявил, конечно, себя. Это на 100% противоречит закону ОЦБ. Но раз уж тетя Эля хочет заняться бизнесом, то это можно. А операционным платежным клиринговым центром проекта стала национальная система платежных карт НСПК, которая смогла продвинуть свою карту МИР только с помощью законодательного кнута. Дело в том, что у Сбербанка имеется своя система платежей, и в нее были вложены немалые средства. Объективно, на сегодня эта система технологически более совершенна, чем та, которую продвигает ЦБ. Достаточно обратить внимание на то, что переводы внутри России по системе Сбера доступны с любого счета физического лица, а по миру с любого счета карты. А вот ЦБшная система в ходе тестов показала, что пока переводы внутри страны смогут осуществиться только по специальным счетам, понадобится дополнительное время на обработку транзакции, а по карточным счетам только внутри платежной системы МИР. Конечно, ЦБ понимает, что их сплетенный на колени ЦБП никогда не одолеть в конкурентной борьбе систему, которую выстроил и успешно эксплуатирует Сбер. Просто уровень применяемых технологий разный. Команда Грефа потратила 10 лет на покупку лицензий и договоренности с теми же Visa и MasterCard. Но Набиуллина надеется применить административный ресурс и заставить Сбербанк подключиться к ЦБП и получить все даром. А так как все обороты формально будут идти через систему МИР, можно будет легко сфальсифицировать отчетность по успешности этого национального проекта, а значит и самой Набиуллиной. Что из этого выйдет, мы скоро узнаем. Ведь официальный запуск ЦБП назначен на 1 февраля 2019 года. Вангую, что Сбер, если подключится, то только для вида, а сам будет продолжать предлагать исключительно свою систему. Эту мысль подтверждает и то, что банки Тинькофф и Совкомбанк подключились к сберовской системе, не дожидаясь запуска ЦБшной. А прочие участники ЦПБ, за исключением ВТБ, принимают активные попытки также войти в круг участников системы моментальных переводов от Грефа, а не от ЦБ.